Всех приветствую из Одессы. Сегодня 1 января 2023 года. Такая обстановка в Аркадии. Людей просто нереально много. Больше, чем летом. Я уже забыл, когда Аркадия была так наполнена людьми. Просто тьма. По-моему, весь город сюда собрался. Мне кажется, сегодня в Аркадии людей даже больше, чем на Дерибасовской. Просто там вообще толпище впереди. Не пройти. Вот, ну, обстановка, в принципе, спокойная. Погода сегодня просто шикарная. Днем было градусов 12, люди все купались в море. И на Ланжероне, и в Аркадии, и на Золотом пляже. Вот. Весело в Аркадии. Слава богу, сегодня день идет без тревог, без ракетных ударов, без прилетов. Обстановочка наладилась, праздничная, так сказать. Все одесситы гуляют. А по над морем сколько людей. Ну, кто смотрел мое предыдущее видео, вы видели. Так много гуляют. И сейчас гуляют в Аркадии. Громко